Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Чердак, Норбу, а у кого-то день, у кого-то ночь, у кого-то утро, у кого-то вечер, а у нас миссия найти способ пройти в полицейский участок и открыть ворота. В предыдущей серии доктор, так сказать, мы не смогли спасти, здесь как-то надо ворота нам выбить. Ну пошлите. Появились новые у нас виды зомбарей, зомбари, которые блюют. Это очень плохо. Потому что их уже с топором просто так не уделаешь. А хп они сносят просто на ура. Так. И для этих целей надо под рукой... Ой, револьвер-то у меня почти кончился, и глок кончился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, фитоняшка идет. Но фитоняшка не страшна. На тебе и все. Отфитоняшили. Так, смотрим, что здесь у нас. Ну, молоток нет, ребята, спасибо. Так, открываем ворота. Уходите из этого переулка. А чё, жопа какая-то начинается, да? Я жопу не хочу. Чё, лезут? Уходите из этого переулка. Ну, пошли. Уходим. Проникните в здание полицейского участка. Так, Витаняша, привет. Раз. Парень, молодец. Крепкая бабища, да, она очень крепкая. Вот ты... Очень крепкая и борзая. Охренеть просто. Как у них трупы быстро пропадают. О, еще топорик. Давай новенький возьмем топорик. А то тот уже, молясь, затупился. Так. Сохранимся. На всякий случай. Так. Ребятишки. Так, кто здесь? Что, никого, что ли? Да ладно. Не поверю. По-любому сейчас будут лезть. Ой! И вонючий лезет, да? Ну, конечно. Опа! И вонючего нет. Так, тихо. Ты что такой борзый-то, а? Столько патронов на тебя извел. Охренеть. Так, не встанешь? Тут уродец. А чё не бежишь-то? Беги. Да, переулок страшненький. Ну не страшненький, просто тут, блин, очень тесные локации. А в тесных локациях, как говорится, всегда жопошно бегать. Эть! Автосохранение. Не знаю, то ли радоваться, то ли плакать. Так, это не работает, девка. Так, блок. Так, только это осталось, винтовочка беспонтовая. Что, с блоком пойдем? Ну, пошли. Кто идет? Иди сюда. Я тебя слышу. Сам выйдешь или я тебе? Ты чё такой панк-то, а? Застрял там вообще. На карты встала, а, блин, пройти не может. Кто где еще? О, чувак, привет. Ой, бабка злая. На тебе. Вот это крепкая и борзая. Нет, сейчас нет, нормальная. Я, кстати, им так имя и не дал. Этот панкер, этот какой-то адекватный, это какая-то вообще... Не знаю, как ее назвать. Так. Откройте гаражные ворота. Ну, хорошо. Что-то проникнуть в этот полицейский участок просто вообще беда какая-то. А нафига тебе их открывать-то, друг? Я не хочу их открывать. Там сейчас какая-нибудь хрень проникнет туда. Так, здесь кто? Что, никого, что ли? Ну-ка, подожди, сейчас я проверю. Ой, друзья стоят. Патроны маленько надо потратить эти. Ой, какая борзая. Что такая борзая-то? Как она бегает, офигеть. Ты что так бегаешь-то? Ё-моё, как она бегает-то? Вообще она просто бегун.
Охренела. А я ее назову бегун. Она всегда бегает быстро. Бабка бегун. Подожди, я там недоизучал. Все ходят нормально себе. Это носится как сумасшедшая. Вот бегун, а. Так, что тут у нас? Так, нихера. Патроны, отлично. Револьвер. О, у меня же дробовик еще есть. Та-т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 а
всего время, когда ее не хватает. Так, перезарядочка. Так, тут кто такой? Все, больше никого нет. Так, спит. Как он тут оказался-то, панкер этот? Не похоже, чтобы он тут работал. Ставьте предохранитель на место. Ух ты, блин, дед, ты откуда появился-то? Дед пердед. Это я, получается, предвосхитил. Надо было дернуть за рычаг, а там бы мне сказали, что извините. Не можем открыть. Нужен предохранитель. А я прям так сразу предохранитель, короче, нашел. Молодец. Так, тут я проверял? Да, проверял. Так, здесь кто-нибудь появился, нет? Так, вставляйся. Так, откройте гаражные ворота, вставьте предохранительное место, воспользуйтесь выключателем гаражных ворот. Хорошо. Кто-нибудь появился? Так, войдите в здание полицейского участка. Ой, сколько вас, ребята! Ты чё орёшь-то? Вообще, это бешеная бабка. Так, вот здесь хорошо можно стоять, отстреливаться. Если они, конечно, пойдут. Эй, ребята. Да, идут, смотри, полицейский идет. Так, патроны-то, кстати, скоро кончатся у меня. Ой, сколько вас там? Так, ну тебе надо с топора. Друг. Ты что такой дерзкий? Да крепкий такой, вообще охренеть. 4 удара или 3 на него потратил. Так, патрончики. Проверяем, что у меня осталось. Тут глок. Дробаш, кстати, дробовика очень много. Предлагаю и его маленько воспользоваться. Так, ребята, мы где? И нахера мы это открыли? Куда идти-то? В машину? Непонятно. Еще открывать? Прогните в здание полицейского участка. Ну и аббурата, где он? Че, в машину залезать? Нет. А куда лезть-то? Назад возвращаться? Или там открылось? Подожди, наверное, там открылось. Хотя странно. Тут ничего понять не могу. Зачем я тут открывал? Вот миссию им сломал. Надо было сначала открыть ворота. Но я помню, там какой-то проход был. И мне показалось. Ну да, мне показалось. Так, не пойму. Ну, блин, заблудился в 3 соснах. А, вот открылось. Понятненько. Не заметил. Приныкали. Да ты чё не... Вообще, дробовик, ты чё такое-то? Но это был военный, это оправдано. Вот она, полис. Полис, полис. Никого нет? Я просто посмотреть.
Кто где, кто где. Так, может, какие-нибудь патроны валяются, все-таки полиция же. Эх, ничего нету. Хоть что-нибудь. Нет, нифига. Ничего не приныкали, ничего не оставили. Так, смотрим. Найдите помощника. Какого еще помощника? Вон они идут, помощники. Нет? Эй, а что так сразу-то, ребята? Не умеете открывать такие двери? Да я умею. Эй, помощник, идите сюда. Еще один иди, помощник, сюда. Так, ну все, с него хватит. Всего топором-то. Все, вырвали ему. Все, вырвали. Так, ну, дробаш тоже надо поберечь. Патронов что-то было дохерище, а теперь уже и не дохерище. На полицейском участке должно быть их много. Так, ну зато тут клюшка есть, здорово. Клюшка прям само то. Так, вот ящики. Граната. Да какая клюшка? Да ё-моё, а. Да блин, а. Во. Да, ай. Так, ладно. Сломалась игра из-за клюшки. О, смотри-ка, я по коцу нахожу, оказывается. Я даже не заметил. Патроны, ребята, мне нужны. Тут лечило, как будто в больничку пришел. Вот когда меня по коцу, вот этих лечилок хер найдешь. Да? Так, что здесь у нас? Куда идем? Сюда? Что-то can't open door in the side. Так, там уже каких-то ребят слышу. О, какой ты... Какой ты жирный, ты смотри. В бронике идет. Ой, в каске вообще бабка тебя и то, блин. Бабка, которая бегает, еще и то круче тебя выглядит намного. Ты какой-то вообще никчемный. Так, ну тоже все заперто, хорошо. Ой, сколько калашей там стоит. Ну, не калашей. Пушек, наверное, каких-нибудь М16, там, не знаю. Так, вот что-то меня очень, так сказать, смущает, что никакого сопротивления я не слышу. Сейчас по-любому что-нибудь возьму и начнется какая-нибудь жопа. Ну-ка, закройся. Так. А что у меня из пушек такого есть? Револьвер, глок. Давай глок возьму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну конечно. Сколько патронов зря просрал. Нахрен ты его взял-то, а? Так, тут патронов-то больше. Блин, а. Ой, дурак. Хотя тут так по игре надо было. Кто? Опа. Какие классные мишени. Давай сюда. Откуда они только взялись в полицейском участке, ничего понять не могу. Да, хорошие мишени. Так, еще патроны. Блин, а. Отлично. Главное, чтобы сзади никто не пришел. Отлично. Хорошо. Да идут, да идут, ты посмотри, а. Какой тир. Ой, вот этот крепкий, смотри. Так, ты там, друг. Так, это же мне надо их отстреливать или надо идти дальше? Или они так и будут идти здесь? Пока я не пойму, что это дурная затея. По-моему, это дурная затея, слушайте. Ну да.
Потому что здесь они не пройдут же. Да, они не пройдут. Эх ты, блин. Я стою, их отстреливаю. Веселый, довольный. Ну ладно, хотя бы маленько патронов сэкономили. Так, еще подожди, остались. Так, у вас полный комплект. Так, ну сейчас подожди. Расстреляем маленечко, да? Так, следующий. Все, отлично. Берем последние патроны. Так. Ой, какая злая бабка стала. Что такое-то? Ты что не хочешь-то? Так, берешь? Все, взяли. Ну все, пошли. Мужики, спасибо за тренировку, все свободны. Так, глок, да, возьмем? Так, это открывается. Это заперто. Так, ребята, там не шубуршите сильно. Вот блин, а. А я там стою, блин, стреляю, стреляю, стреляю. Думаю, так и надо. Так, это срез я открыл. Да? Да, я тут был. Это срез получается. Так, это заперто по законам жанра. Ой, сколько вас тут, ребятишки! Все, молодец. Да, в полицейском участке и правда патронов оказалось много. Только вот, наверное, их просру здесь очень быстро. А, это просто прикол. Я думал, это лечилки какие-то. Ну да ладно. Че ж все заперто? А, у меня же топор есть, подожди. Да ладно. Ты таким топором не можешь ее выломать. Обидно. Так, я слышу, кто-то шатается где-то. Ой, вонючий идет. Все, вонючего нет. Еще есть кто-нибудь? Так, здесь кто? Друг, ты не встанешь? Тихо, тихо, тихо. Так, ты что такой злой-то? Да ты слышишь? Кусается мне он тут. Пойду подлечусь. Где у меня там хилки были? Вот здесь, по-моему. Да, их тут много было. Вот гаденыш, а. Как он так кусается-то? Да тихо там. Эть, где еще было? Где-то еще было, по-моему. Да, вот. Все. Все, вылечились, отлично. На-на-най-на-на-най. Не вздыхай. Так, я обратно что ли пришел? А, я обратно пришел. Вот, блин. Так, сюда же. Ой, сюда я запутался, подожди. Вон куда. Да. Так, сохранюсь. На всякий случай. Мало ли, что там меня ожидает. Ага, бежал за лечением. Ё-моё. Так, ну, не дури тут. Так. Ну, в патроны мне нужны, патроны. Ай, блин. Как будто бы не полицейские совсем. Так, топорик еще один. Я его не буду брать. У меня есть свой нормальный. Так, нифига. 106-я комната. Да, вот стеклянные двери, конечно, так у меня могут не жути навести. Да ты что верхнюю-то открываешь? О! Кстати, я забыл, что у меня есть эти коктейли Молотова. Но пока что-то не было каких-то таких действий, чтобы прям их использовать. И бегать. Ой, друг лежит. Так, это я обошел, да, это обошел. Ты встанешь?
Нет, это... Над кем мухи летают, те не встают, я так понял. Чё, вниз? Алло, ребята, привет. Ой, там сколько-то их идет уже. Прям слышу. На тебе. Ногу ему снес, прикинь. Все, нету. Гаденыши. Че ползать-то стали, а? Там пишут про вас, что типа вы эволюционируете, а вы что-то вон в обезьян превращаетесь. Так, тут кто? Ага, тут тени ваши. Сюда даже пройти нельзя. Ой, мужики, сколько вас тут? Так, какой толкан первый откроем, женский или мужской? Ну-ка, не пугай меня. Так, в мужском толкане, ну-ка, вышли быстро. Смотри, что я сказал. Кто здесь? Ну-ка, вышел, кто тут? Нифига, толкан какой огромный. Я слышу тебя, выходи. Да, идешь, что забыл-то там, а? Эй, друг! Ты что такой? Такой дерзкий полицейский, что ли? Я не понял. Вот и все. В толкане, блин, сидит. Все? Ой, бабка здесь в туалете. А чё бабка-то в туалете? Ой, сколько вас там! И охренеть, вас сколько там! Капец. Ой, блок, спасибо тебе, конечно. Что-то вас слишком много здесь. Для толканата. Так, ну это надо обыскивать. Так, тихо. Чё одно здоровье-то? Ну, ё-моё. Надо было с дробаша стрелять. Клюшка. Какие-то полицейские эти гольфисты немыслимые. Одни, блин, клюшки. И бита. Ну ладно. А, вот еще забыл. То есть настолько ящиков. Одни только патроны для дробыша. О, нет. Да, возьми ты. Так, все, отлично. Я что-то не думал, что такой толкан жирный будет. Так, все вышли отсюда? Так, пистолетные патроны, хорошо. Но по законам жанра в толкане кто-то должен быть. Вот в таких кабинках. Нет, никого? Нет, никого нет, смотри-ка. А здесь? В душевой? Мне вот интересно, как они тут в душевой оказались все эти. И бабка оказалась. То есть это мужской толкан. Что он тут делал, вообще ума не привожу. Ой-ой-ой. Это где-то в другом месте я вылез. Пока не пойму, где. Так, смотри, сколько их там. Такой бронежилетный, такой вообще качок такой крутой. Сюда иди. Ой, слабачок-то оказался. А чё на тебя всего два патрона-то потратили? Так, смотрим, что здесь. Это где я вылез? Это где-то в новом месте вылез, подожди. А там что ли все получается, открыть нельзя было? Подожди, еще в женский толкан можно было зайти. Сейчас сходим, проверим. Вот здесь-то. Так, здесь тоже открыто. А, ну, наверное, это я и вылез там, через мужской толкан. А тут заперто. Ладно. Нет, это какие-то другие комнаты. Заперто. Так, там ходят. Ой! Давай, выходи, я тебе облегчу задачу.
Ты давай сюда, иди. О, полицейский вышел. Давай, давай, иди сюда, иди. Давай, давай, потанцуем, давай. Бочком что, не умеешь ходить? Ой, ты вообще дурачок. Ох ты, блин. А где еще кто ломает, слышь? Кто там такой еще дерзкий? Ты где? Он воняет еще, ой. Ну-ка, с дробовичка можешь лупануть. Ох ты. Но это не ты, вонючий, идешь там. Там еще один вонючий. Ой-ой-ой-ой-ой, уходи, уходи. Фуф, иногда временами ты так долго и тупо ходишь вообще. Что с тобой происходит? Боком вообще не умеешь ходить. Так, здоровье вижу. Молодец. Так, что мне надо? Найти кого-то помощника? Я вроде и один справляюсь неплохо, нет? Да открой ты. О, револьвер. Хорошо. Так, не сюда. Так, что-то я тут уже запутался в этом полицейском участке ваш. Так, здесь ничего нет. Так, тихо. Хорошо. Так, тут все вытащили. Прекрасно. Так, это заперто. Так, о, радио. Всех уголков штата весь день прибывают в центр искусств Джареда Смита. Отправка конвоя ожидается завтра. Ну, теперь-то надо поторапливаться, друг. А, ну вот эта комната получается. Да-да-да, вот я, короче, пришел. Телефон звонит. Подожди. Мертвецы звонят. Ну ладно. Подожди. Здесь кто у нас? Это я из толкана пришел, да? О, кстати, тут патроны же остались еще. Подожди. Где патроны были? Вот здесь где-то, да. Все, патроны взяли. Вот и все. Так, подожди-ка. Так, тут комната допросов. Тут все, да, всех допросили, все нормально. Так, хорошо, я видел, там друг стоит. Привет. Его звали Отис. Он рассказал, что полицейский участок был надежным убежищем, но пару дней назад мертвецы разгромили его. Он не стал рассказывать, за что его посадили. Преступник он или нет, я не мог бросить его там. Надо было найти ключ от его камеры. Ну да, согласен. Освободите Отиса. Вытащи меня отсюда. Да, вытащу тебя. Найдите ключ в кабинете начальника комнаты 103. Ну, мы вроде бы там были, нет? Не стой столбом, ищи ключ. Ну ты ж видишь, ты такой дерзкий-то. Я, может, твоя последняя вообще надежда здесь. Не стой столбом, ищи ключ. Прям такой вообще деловой. Так, заперто. Кабинет какой, мне сказал, 103? Это 9А. Хорошо бы еще знать, куда идти. А слушай, правда, друг, а куда идти? Так, 103. Ну, кстати, компы еще работают. Смотри, электричество есть. Так что все хорошо еще у них. Ой, я тут пропустил. Да, смотри-ка, пропустил. Да, блин, ты меня не пугай там. Не стой столбом, говорит. Ищи ключ, охренел, что ли? Так, 103, это получается наверх, да, идти? Ну да, получается, да. Получается, да, наверх. Так, друзья. Новые появились? Ну, конечно. Что
Это дробовик так это далеко стреляет очень плохо. Все. Так, это 106. Этот друг тут лежит. Что за 10? А, это. Так, это что у нас? Комната 105. А нас 103 интересует. Да тихо ты, блин, так. О, где? Где вы? Я вас не слышу. Точнее, я вас не вижу. Ну-ка сюда иди. Где вы там? Че, один что ли? Вот и все. Следующий. Жалко, он тут не умеет выглядывать. Выглядывать бы тут ему пригодилось бы. Ой, какой ты жирный-то. Эх, херня. Ух ты! Да ты отойди от меня нахер! С топором, смотри, идет. Еще и залазит. Я что-то такого не помню. Ты что такой жирный-то? Ты есть этот начальник-то этот? Ну да. Из кабинета 103. Офигеть. Не встанешь больше. Не, логично было бы, если бы у него ключ был. Заперто. Подожди. 105. Этот 104. А, ну 103 следующий. Да, смотри, 103 открыли. А, вот они его сломали. Все, и вот это я слышал его, как ломают. Так, тихо. Шкафчики. Лечение. Ну, закройся. Да закрой ты его. Так, ничего нет. Здесь у нас. Так, ничего. Ничего. Так, ничего. Ничего. Так, здесь. Ничего. Так. Ну-ка, сюда. Ни хрена себе. Так, здесь у нас ничего нет? Да, ничего нет. Ничего. Вот он и ключ. Подожди, его пока брать не буду. Мало ли скрипт сработает. А то я знаю, только возьмешь, блин, и начнется. Так, откройте. Во, полезли. Я же говорю, полезли. Кто там еще где? Они еще и ползающие гады. Вот гадина. Так, откройте ключом панель управления дверями камер. А это где? Это, я так понимаю, у Отиса или где-то в другом месте? Так, никого нет. Так, мы идем, идем. А, это мы обратно вернулись, подожди. Нам сюда идти. Я все жду, когда отсюда кто-нибудь вылезет. А я думаю, должны вылезти. Нет? Так, ты, друг, не встанешь. Так, вниз. Все, почесали. Най-най-най-най-най-най-най. Ой, не пугайте меня. Так, заперто. Что, так просто, что ли? Прошел и все. Подожди, перезаряжусь. Не верю я. Так, 07. Ой, блин! Скотина, а! Вот я так и знал. Вот гад, да? Фух, блин. Обосрался я. Фух. Урод, а. Так, Отис, давай, я тебя спасаю. Красавчик. Так, снайперская винтовка.
Отис, конечно, был рад свободе, но что делать дальше? По радио передали, что одно из убежищ находится в старом театре неподалеку. Мы могли пойти туда. Вот только городские улицы были слишком опасны для прогулок пешком. Слишком много там было этих безмозглых тварей. Но у Отиса появился план. Его грузовик находился на штрафной стоянке. Он решил добраться до него, чтобы потом забрать меня и доехать до театра. А я должен был прикрыть его с крыши. Прежде всего, надо было найти винтовку с оптическим прицелом. В полицейском участке это не должно было стать проблемой. Так, возьмите снайперскую винтовку в комнате 011. Ну что, ребята, давайте возьмем ее в следующей серии. А пока я с вами прощаюсь. С вами был Чердак Норбу. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.